Здравствуйте, наши дорогие гости, дамы и господа. Очень рада, что вы пришли в такой солнечный день на встречу с искусством. Точнее, с музыкальным творческим жанром, песней. Это отделение назвали «Весна на Рогожской заставе». И вот мы с вами начинаем концерт. Друзья, у нас сегодня замечательное событие. У прекрасной, очаровательной Людмилы Васильевны в Бемирисон день рождения. Давайте мы поздравим ее от всей души. Поздравляем всех. От всех сотрудников Людмилы Васильевны. Поздравляем, самое главное, здоровье. Спасибо. Неиссякаемого творчества. Радуйте нас всегда. Спасибо вам. Гонит лодочку.